Представляете, я тут в кустах нашел новое растение. Оно дружелюбное или злое? Не знаю, выглядит вроде бы дружелюбно. Давайте познакомимся. Пошли, волки! Ну, где наши заклятые враги? Мы слышали ваш прилет. Вот это да! Что же нам теперь делать? Думали, застанете нас врасплох? Вот ты мне скажи, это же вы нападаете, а мы прилетаем защищать лужайку. Как можно застать врасплох, если мы обороняемся, а, дурында? Слишком много вопросов. У меня перегрев. А вот с этим я соглашусь. Ты сгорел на работе. Вот тебе выкопать бы с корнем. Поехавши! Даже до инфаркта напугать можно! Это же кость ежевики! Как его можно испугаться? Только гляньте на эти глазки! Чего здесь бояться? И вправду, вроде куст безобидный! Гадина! Гадина колючая! Мы все видели! Ладно, не будем врать. Мы сегодня вас собрались иглоукалыванием лечить. Вот брабубаш, ну или куст ежевики. Наша новая колючка. А еще у нас в запасе несколько старых проверенных иглоукалывателей. Огласите, пожалуйста, весь список. Балуан, не надо их звать всех. Нам же хуже будет. Добрый день, граждане будущие шашлыки. Накалывайтесь мне на шампуры. Вот вам и вторая колючка. Надеюсь, покров помните? Помним каждой клеточкой своего исколотого организма. Пара лишних дырок в тонках тебе помешает. О, смотрите, а эти колючки быстро убегают. Сейчас я тут палатку раздавлю. Здрасте, опять я. Ах ты, морда шипастая, прикончила импа. Ну, я тебя сейчас лопатой затрамбую в плиту. Обойдешься? А ну, иди сюда! Мы вроде бы уже хорошую оборону выстроили, но зомбарей только больше становится. Точно, ведь мы все дело в этих палатках, они же у них бездонные. Ну, тогда время для третьей колючки. Берег, давай! Вот это другое дело. Берег крут. Ах так, вы нас только раз задорили. Вперед на штурм! Ох-хо-хо-хо, давненько такой горы не было. Мы принимаем бой. Колюч, протыкай ментников. Ни шагу назад, дали сорняков. Друзья, вы как там, справитесь? Может, удобрение хоть пустить? Шикардос, иглоукалывание и электротерапия в самом разгаре. Шипы, бой! Кажется, мы начинаем проигрывать. Горгоша, а ты чего молчишь? Кидай импа! Я и так спешу, видите что ли? Имп, лети! Верик, закончи с ним! Вот так-то! Наконец-то повеселились на полную катушку! Ага, с таким весельем чуть не забыли, что у нас сегодня самый свежий новичок. Ставьте лайк кусту ежевики и увидимся очень скоро. Пока!